Это феста Жунина! На входе вы покупаете вот такие жетончики. А потом на территории эти жетончики можно менять и на еду, и напитки. Деньгами расплачиваться нельзя. Бригада. Просто мероприятие полно какой-то неведомой еды. Печеные шишки, пюре из кукурузы с сахаром. Параминь пиняо, пор фавор. Так, я заказала что-то странное. Это печеные шишки в соли. Все едят активно. Ну это гастрозу. Боже, страшно, но прикольно. Запеченные орехи какие-то. Бразильцы, что вы придумали опять? Это ужасно странно, но я продолжаю есть. Ну, то есть, не уверена, что я бы смогла питаться этим всю жизнь. Но если бы в детстве мне кто-то предложил шишек, наверное, сейчас бы мне это казалось нормальным. Eu quero só pegar um pequeno interview. Não, então, a festa junina de São João. Joanina. Então aí fazemos uma festa de São João, uma festa que é para alegrar, fogueira, dança, música. E pessoas podem dançar? Pode dançar também. Na igreja? Na igreja. Sem problema, aqui no Brasil pode. Na Rússia não pode. Aqui pode. E pode beber alcoólico? Pode beber álcool, pode, normal. Tá? Pode normal. E você bebe também? O padre bebe também. E vinho quente? Vinho quente, quentão. Trinjame brasileiro. É, a festa, a alegria do povo brasileiro é assim. E você gosta? Eu gosto. Eu tenho 12 anos de padre, 12. Ao povo da Rússia, o povo da Rússia é uma bênção toda especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Vai. Tchau, tchau. Tudo de bom. Я сейчас просто упаду. У меня еще никогда священник не благословлял и не обнимал. Католический. Так, теперь будет какой-то странный десерт. Это долго вареная кукуруза в молоке с корицей и 3 килограммами сахара. Не похоже на рисовую кашку в детском саду. Такая же милая и мягенькая, только с сахаром. Интересанче. У меня эти искусственные деньги просто убивают. Есть какой-то азарт в том, чтобы их потратить? О! Un poco. Она посыпала фарофой. Это вот та самая мука из видео с ребятами. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa festa. Та самая мука, с которой мы готовили. Помните, мы жарили бананы с луком? Это там, посмотрите. Теперь попробуем. Уберите от экранов вегетарианцев. Блин, это так смешно, я как будто на одну секундочку попала на какое-то детское мероприятие, где можно все, где искусственные деньги, где костер из красной слюды, дружелюбные бразильцы и алкоголь с шашлыками тоже имеется. Если вам кажется, что я тепло одета, то сюрприз, наступила зима и приперлась такие холода, что в итоге тепло одета не только я. Подвох пришел оттуда, откуда не ждали. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Diz oi! Oi! Morena tropicana, eu quero teu sabor. Quero ouvir! Что это за мероприятие, то я тоже еще до конца не понимаю. Люди в июне собираются, приходят на территорию церкви, делают искусственные билетики, типа это деньги. За деньги они покупают эти билетики, меняются этими билетиками. А потом у меня другая шляпа. А потом они на территории церкви поют, пьют алкоголь, значится. Развлекаются, и происходит вот это вот всеобщее бразильское безумие. И também на festa, né, da igreja, ela tem um objetivo, né, que é restaurar a nossa igreja. Então toda a arrecadação que arrecadar na festa é para restaurar a igreja. Ah, que ela tem 220 anos. Ну что, вот такая у нас была вечеринка. Теперь мы все ставим лайки. Лайки, ставим на канал. Подпишись на видео. Подпишись на видео.
Somente. Somente é muito importante.